Добрый день. Привет, привет. Опять мы на родной земле. Ну, расскажи, пожалуйста, как ты провел прошлую неделю? Ты, говорят, медведем стал? Я целую субботу-воскресенье ездил на велосипеде по парку имени Горького и по Нескучному саду. Пил пиво. Общался. Прямо на велосипеде? Да. И так это все здорово. Такое. Там вроде болельщики собирались, они могли. Болельщики нет на парке. Я, по счастью, не являюсь болельщиком, поэтому, кстати, это великое событие. Меня не коснулось. То есть ты ездил с пивом на велосипеде? Нет, просто так здорово. А у меня, тем более, еще рядом с домом такое пиво разливают. Какое? Алтайского производства. Ага. Вот. Но они делают и такое, и сякое, и пятое, и десятое. Вкуснота, ну, неимоверная. То есть взял из дома бутылки, залился? Нет, я сначала поехал в Нескучном саду, выпил пиво. Потом я приехал обратно и выпил пиво уже дома. Вон, ну, то есть на велике, ну, просто красота. А с учетом того, что у меня еще был слабый шорт по золоту, оставшись от прошлой недели, ну, мне вообще было хорошо. Нет, ну, в общем, смехом, на самом деле, да, на прошлой неделе самое главное, что происходило, это происходил роловер на всех главных фьючерсах на СМЕ, да, значит, переходил объем с июньского на сентябрьский контракт. Этот, значит, на пятницу, на закрытие Америки, значит, объем перешел, значит, в евре на, ну, в среднем по 1,26, там, 5 и 4, вот по вот этим ценам. Вот. И это, конечно, было, так сказать, очень такой, как бы, то, что называется, индикаторный объем, вот что будет в понедельник. Да? И в понедельник что мы видим? Просто я бы сказал кальку прошлого понедельника, 11 июня, когда опять все открылось на хаях, особенно евро, да, и тут же начали заливать. При этом сегодня, как я уже писал в одном блоге на Комоне, значит, вся европейская сессия, она прошла под знаком продажи. Просто совали. Ушли опять вот сюда вот на 1,26,4. Вот. И самое главное, что по 1,27,1, ну я там вижу как бы там микрорасторговки. Там просто выходил продавец и просто вот совал. Точно такая же вещь была сегодня утром на СИ. У нас на фьючерсе доллар-рубль, или рубль-доллар, вот, где по 32,620-624 вышел парень, кукловод, мой любимый друг, вот, который начал сразу хап-хап-хап-хап-хап, доллар начал брать против рубля. И, значит, если посмотреть на график, мы потом к этому уровню там три раза так сходили и вот так сразу улетали. Вот, это типичная инициирующая покупка. Вот, и в этом смысле это тоже связано с глобальным укреплением доллара, евро, Brent сегодня залили. Вот, все эти графики я там выложил, значит, перед тем, как убежать. Поэтому, и вот мне сейчас сказали, что сейчас евро там 1,26,1. Вот, ну, в общем, ситуация крайне хреновая. Это что означает? Это означает, что фактически Америка поддерживает европейцев. Что редко бывает, но бывает, да, то есть они единодушны в плане оценки перспектив доллара, что доллар будет дорожать. А это означает, что, в общем, вероятно, сегодня, я просто могу сказать, что я видел сам, была же продажа сразу же Сбербанка, да, по 86,45, что ли, вот там сразу с открытия стали продавать. Вот. Поэтому, то есть, в плане того, что, то есть, доллар укрепляется, на мой взгляд, ну, мы можем там постоять, походить. Но вот это основная фишка. То есть, если доллар по результатам сегодняшнего дня и в ближайшее время не заберется выше, чем 1,27, то как бы никаких вариантов нет. Вчера я видел, в пятницу я видел, почему остался в шорте по золоту, я видел продажу золота на 16.30. Вот. Сегодня она торгуется 16.20. Если не заберется выше один, то будет Армагеддон? Нет, ну просто понимаешь, как ситуация какая? Значит, в итоге, вот по факту, да, вот как сейчас выглядит ситуация. По факту получается так, что в новом контракте открыты позиции. Они открыты где-то по 1,26, там, и 6, и 5, и 4, и там, ну, до 8, да? Вот, и сегодня мы ушли ниже них.
Uh-huh. Это значит, правильные люди открыли лонг по доллару, uh-huh. да, и шорт по евро в новом контракте. А тем более, если вспомнить прошлую неделю, ведь смотрите, как мы открылись. Мы в понедельник открылись в прошлый, 11 июня, 1.26 и там, и 7, там, или 6. Сейчас 85.7 Сбербанка, обычка, сейчас 16.30. Ну вот видишь, как здорово. Все, а что, все. Хорошо, что здорово? Ну а что, по 86.45 была продажа. Ну ее потихонечку продавливают. Ну что продавливают? А дальше-то что будет? Ну а что дальше? Ну что, разгрузится и все, и пойдут вниз. Куда? Вот. Ну куда, не знаю куда. Ну это вниз, это в каком таймфрейме ты мыслишь? Не, я мыслю где-то, так сказать, там, ну, неделя, две там и так далее. Но же помнишь, Митя, так сказать, он же все рассказал, что как бы после 15-го надо дождаться, после 15 июня угу. нужно дождаться, значит, залива, там купить, 1 августа все продать и все, и поехать к морю. Вот как бы задача. Вот сейчас такая, вот все полностью реализовывается, как это. А драйвером всего этого дела выступает золото, выступает доллар, дорожающий доллар. В этом смысле, поэтому, если доллар, есть и видно, и доллар, вероятно, надо смотреть сейчас во всех валютных парах, во всех контрактах. Я еще это не делал, но вот вечером приеду, посмотрю. Вот. Ну, а, так сказать, вот что может быть интересным, это вот... как бы любимая кузьминовская пара, не скажу какая. Вот. У него две, канадец и австралиец. Да, ну ты не угадал. Вот. Ну, в смысле, есть еще одна. Вот. Поэтому вот как бы сейчас все, сейчас валюты рулят. Вот на мой взгляд, вот доллар, дорожающий доллар, но не оставляет нам никаких шансов в среднесрочной перспективе. Вот такие дела. Слушай, это надо на статью написать. Ты не хочешь написать дорожающий доллар? Прямо ты так сейчас стал метать дорожающий. Красиво. Не оставляет нам шансов. Растет квалификация. Никогда мы не увидим эти цены. Нет, я просто хочу сказать, что вот чем хорош частный трейдинг, да, вот, ну как бы, ну я вот, да, вот пропустил пятничный этот рост, ну замечательный рост, вообще, который, конечно, должен был поймать, потому что, ну просто были объективные причины, вот. Ну а, то есть, ну что, ну сегодня пришел там, покумекал, то есть все, вот нашел вход в Си, там, нашел вход в евро. Ну и что, как бы, ну что, ну жалко, конечно, пятничный рост и вот гэп сегодняшний, от лонга тем более. Ну, расскажи лучше про Герчи, как ты участвовал в передаче. Ты же никогда не участвовал еще в передачах Финам.ФМ. Ну да. Можно послушать. Да. Да что, ну как, нормальные люди, такие все, у них, так сказать, хорошо. Я вас сейчас наведу камеру. Что вы типа хотите послушать? Да. Так, ну так как вы это? Да все нормально. Ну что, ну спрашивали, я отвечал все по-честному, как всегда. Да? Вот. Да. Договорились плов как-нибудь сделать. Плов? Да. А как это вы вырвались с фондового рынка на плов? Ну как это? Кстати, он увидел мой живот, говорит, что такое живот большой? Я говорю, вот плов люблю есть. Ага. И готовить. Вот так все и закончилось. Угу. Ну, так, да нет, ну что-то все нормально вообще. Нет, сейчас самое главное евро. Сейчас какой там сейчас плов там и так далее. Это самое главное евро, в смысле доллар. И вот как бы сейчас очень важно, ну не знаю, мне кажется, что разгружается наши акции потихонечку, разгружается. Вот, то есть, где-то в районе там 403, что ли, я там видел сегодня, Северсталь там. Ну, я не особенно, то есть, как бы за ней слежу, но так, вот. То есть, как бы, вот сейчас очень даже возможно, что сегодня-завтра, как бы, будут сброшены объемы. Наши, как всегда, либо опаздывают, либо чуть-чуть хитрят, вот. И с них, возможно, вот такое, то есть, вот, ну, день-два какого-то обвала, мне кажется, то есть, вот, на дорожающем долларе, это вот. Обязательно. Ну, не обязательно, но очень большая вероятность. Очень большая вероятность. А, кстати, Герчик-то не говорил про свои позиции? Герчик. Нет, ну, про свои позиции не говорил? Конечно, говорил. Ну, расскажи. Мы ее обсудили, но это большая-то. Ну, она уже маленькая, уже время прошло после передачи. Да нет, ну что, ну, замечательно. Да ну, у него все хорошо. Ну, что как-то вот... Тут Дело-то не в том, чтобы позиция, а просто дело в том, чтобы она может быть сегодня такая, завтра такая, как бы важно реагировать. Вот, это как бы вот мы частные трейдеры только должны реагировать и все. А как-то затачиваться, что вот там, то есть, мы все ждем. Сейчас зачем? Ну, вот смотри, ты стал одним из самых популярных сейчас челов на фондовом рынке. На наш маленький фонд, потому что ты одновременно присутствуешь в трех
двух социальных сетях, еще на одном сайте Блогберг. А я как бы считаю, что я не привязан, я птица свободного полета. То есть, я не считаю себя там выкормышем, так сказать, там или сям. Ну а почему бы? Мне интересно, то есть у меня есть какие-то. Ну что ты чувствуешь? Вот, как бы сейчас вот есть такое вот, что тебе люди, наверное, что-то стучатся в личку, спрашивают, Сбербанк продавать там. Не, ну понятно, что на такие вопросы нельзя отвечать. Вот. То есть мне гораздо больше нравится, когда меня спрашивают по сути каких-то методов, то есть, которые я применяю. Ну, я могу им там что-то рассказать. Потому что реально, действительно, человек, откуда-нибудь там из Урюпинска, да, я не хочу обидеть никоим образом. Как? Он не может попасть на какой-нибудь семинар там московский, ничего. Ну, ничего, тут просто, об этом интересно говорить, потому что человек. Или с каким-нибудь человеком обсудить какую-то такую бумагу там, какую-то вообще, про которую я даже не знал вообще ничего. Mm-hmm. Да? И человек спрашивает, и я заодно с ним тоже в эту бумагу въезжаю. Вот это вот отличное дело, такая получается синергия. Вот. И вот это вот как раз здорово. Но, собственно говоря, это и есть цель всех этих социальных сетей. Поэтому, с кем-то я общаюсь на коммуне, с кем-то я общаюсь на смарт-лабе, с кем-то я общаюсь на блогберге. Почему бы и нет? Вот. Это нормально. А помнишь, мы, кстати, с тобой говорили о том, что количество социальных сетей будет только развиваться. И трейдер, частный трейдер, он должен быть и там, он должен смотреть на все, смотреть, как кто торгует. Ведь появляются же интересные люди. Почему бы и не с ними не общаться? Все нормально. Нам надо будет с тобой какой-нибудь сходняк замутить. Но это уже будет. Сходняк. Мы сейчас обсудим с тобой, но это уже после, когда камеру выключу, чтобы приглашаем. Да. Сходняк. На сходняк. Да. На малину. На малину, да. Ну и все. Всем успехов там. Доллар.